Сегодня у нас очередное любимое блюдо. Рулет с яйцами, колбасой и мивиной. Если вы живете в России, то у вас это называется доширак или... Это или просто вермишель быстрого приготовления. Да, ее, в общем, можно любой запарить. Любой фирмы. И она там запаривается, и это полуфабрикат. Для этого нам понадобятся яйца. Вареные. 5 штук. Колбаса. У нас ларёк, в котором я покупаю колбасу, в общем, я уже не успел. То есть он уже закрылся. И, наверное, полчаса сегодня выбирал, что же это такое приобрести. В общем, взял такое, по вкусу вроде бы нормальное. Не знаю, как по качеству. Приправы какие? Ну, у нас стандартная приправа. Это хмели-сунели, перец, соль и майонез. Майонез такой, как вы любите. Кто там худеет, ему, конечно, нужен меньше процентный майонез. А, вот же самый главный ингредиент – лаваш. Можно самому его сделать, можно купить. В общем, так как это блюдо быстрого приготовления, простое, то мы купили лаваш. Первым делом отвариваем яйца в количестве 5 штук. И следом за этим запариваем мивину. То есть, ну, пока режем, мивина запаривается. Мивину ломаем. Да, ломаем, чтобы она не была у нас такая, как, спагетти. Чайник уже закипел для запаривания мивины. Хотел снять одно из любимых блюд и увидел тут такие фокусы. Циркачи. Что он тут делает? Фокусничает. Наручные. Заливать, ну, чтобы немного было, чтобы просто она набухла. И воды там желательно, чтобы больше не было. Просто, чтобы как бы осталась одна вермишель. Ну, в принципе, я думаю, что это и так понятно. Все, теперь соединяем этих два секретных ингредиента, то есть вермишель и яйцо с колбасой. Кстати, если добавить сюда немножко приправки, чуть-чуть перчика и майонезика, получится довольно вкусный салат. Добавляем майонез. Все. Следующий этап. Да? Я вам этого не говорил. Но обязательно, для того, чтобы получился такой вкусный лаваш, нужно добавить один зубчик чеснока. Но я вам этого не говорил. Теперь последнее. Вот такой наш у нас лаваш. Бракованный лаваш попался какой-то. Ну ничего. Не страшно. Ну, повар говорит, не страшно. В принципе, не будем печалиться.
Лучше намазывать на весь, потому что когда вот так вот скрутишь, потом получается рулетик. Раскладываем начинку. Все, теперь вот так вот аккуратненько заворачивайте. Если получаются такие вот огрехи, то не парьтесь. Вот так выглядит в разрезе. Это вкусное блюдо. Простое вкусное блюдо. Если вам понравилось, ставьте лайк. При желании подписывайтесь на канал. Ну и заходите в гости в следующий раз. Пока!